необходимые для безопасности голосования наших избирателей, приняты. На каждом избирательном участке нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Все участки снабжены масками одноразовыми, средствами дезинфекции как для рук, так и для обработки поверхностей. Также у членов комиссии для выездного голосования есть одноразовые халаты. И, конечно же, при входе на избирательный участок, это уже стандартная процедура, члены комиссии производят температурный контроль входящих избирателей.